Южноуральские малыши под присмотром. Челябинская область вышла на второе место в стране по обеспеченности местами в детских садах. 82% детей в Челябинской области получили возможность посещать детсад, в то время как в среднем по России только 64%. Лучше, чем на Южном Урале, ситуация только в Новгородской области. Среди проблемных территорий нашего региона – Еманжелинский, Аргаяшский, Ашинский районы и Челябинск. В этом году мы запланировали строительство нескольких детских садов и выкуп помещений, в частности, вот в Аше. Вроде договорились за 10 миллионов выкупить помещение, которое можно будет переделать в детский садик. Михаил Юревич также отметил, что в последние два года область сделала существенный прорыв в обеспеченности местами в садиках. Во многом благодаря тому, что для этого перепрофилируется каждое подходящее помещение.